Добрый вечер, друзья! С вами YouTube-канал спортивного клуба «Велес». И сегодня, 27 сентября, мы присутствуем на фестивале смешанных боевых единоборств «Единый Донбасс 2», где в главном бою вечера сойдутся бразилец Диего Диас, а также боец спортивного клуба «Велес» Владимир Минеев. Ну что, давайте посмотрим, как это будет. Друзья, прямо сейчас передо мной боец спортивного клуба «Велес» Евгений Брусенцов. На этом турнире ты исполняешь роль судьи. Так написано, по крайней мере, у тебя на спине. Можешь показать на камере? Вот, да, замечательно. Скажи, пожалуйста, что входит в твои обязанности? У нас судейская коллегия из 7 судей. Вот, 5 судей судят непосредственно турниры. Вот, и я, и Битер Николай. Вот, мы, получается, выводим бойцов, подготавливаем их к выходу. Также сегодня в главном бою у нас встречается Владимир Минеев, боец уже спортивного клуба «Велес» против бразильца. Вот расскажи твои прогнозы. Я думаю, что бой будет происходить больше в стойке. От Владимира Минеева можно ждать сюрприза в плане борьбы и всего остального. Победа за Владимира Минеева. Ну, естественно. Прямо сейчас передо мной Олег Белозеров. Совсем недавно, Олег, ты присоединился к нам в спортивный клуб «Велес», как мы это видим. Мы рады тебя приветствовать в нашем клубе. Приветствую, да, действительно, на данный момент являюсь бойцом спортивного клуба «Велес». Так же, как и Володя Минеев, присоединился Виталий Викторович Метлы, мы подписаны в ваш клуб. И «Велес» — это флагман в ДНР, ну, потому что везде всегда есть первый номер и есть остальные. И за первый номер все бьются, во всей любой сфере. «Велес» по единоборствам в ДНР — это, безусловно, первый номер. Замечательно. Смотри, как ты уже сказал, наш клуб также подписал Владимира Минеева. И все-таки он сегодня будет главный бой против бразильца. Скажи, пожалуйста, свой прогноз на этот поединок. Я действительно переживаю, потому что бразилец неизвестный, но очень хороший. И по рекорду, и по навыкам. Если у Володи случится недооценка, то может произойти что-то страшное. Но я видел Володя в раздевалке. Он настроен, он готов биться. Бразилец не проходной. Будет битва, и надеюсь, Володя докажет, что он, ну, действительно суперзвезда. Спасибо за поддержку. Уверен, что мы с вами будем встречаться еще много раз.
красивый бой. Еще раз спасибо. Рядом со мной сейчас боец спортивного клуба «Велес» Владимир Минеев. Владимир, прежде всего поздравляю вас с победой в главном бою вечера. И хотелось бы услышать пару слов о поединке. Все ли прошло так, как планировалось до боя? Я надеялся, что закончу бой досрочно. И на самом деле я очень рад, что он продлился все 3 раунда. Ну, знаешь как, надейся на лучшее, но рассчитывай на худшее. Поэтому, ну, в принципе, мы показали конкурентный бой. Я думаю, что публике бой запомнился, и судя по тому, что Денис Владимирович Пушилин оказался рядом с клеткой, градус в клетке был намного выше, чем на улице. Спасибо Диего, спасибо Денису Владимировичу еще раз за праздник, за то, что организовывает такие мероприятия для всех нас, для Донецка, для всех ребят, для спортсменов, для населения. И я на самом деле рад быть частью этого события. Владимир, во время поединка мы видели, как весь стадион переживал и болел за вас. Да, на самом деле очень приятно было ощущать поддержку публики. Ну, не весь стадион, я слышал, что там один парень из Fight Masters по имени Володя кричал: «Диего, давай!» Это соперничество. Это, ну, неважно. Но это нормально, так и так может быть, у каждого есть своя точка зрения. Еще раз спасибо большое публике, спасибо большое всем тем, кто за меня болел, всем тем, кто меня поддерживал. И спасибо большое тем, кто болел против меня. Для меня это мотивация. Большое вам спасибо, Владимир. Мы ожидаем ваших следующих поединков и будем за вас болеть. Я уверен, что мы будем встречаться чаще, потому что я подписал контракт с клубом «Велес» на 3 года. И дай бог, чтобы подобные турниры стали хорошей традицией, в которой я буду участвовать непременно. Увидимся, спасибо, до встречи.